Сегодня я расскажу вам о том, как приготовить дрожжевое заварное тесто для пиццы. Уверена, что этот рецепт запишут в свой кулинарный блокнотик многие хозяюшки. Итак, готовлю. Часть просеянной муки отправляю в чашу миксера. Добавляю итальянские травы, добавляю кипяток. Замешанное тесто попробуйте рукой, оно должно быть комфортным и не обжигать. Далее в чашу миксера отправляю все ингредиенты согласно рецептуре. Вымешанное тесто отправляю в теплое место на 2 часа. За это время я провожу 2 обминки. Готовое тесто делю на 2 части и выпекаю пиццу. Начинка у меня кетчуп, сыр, колбаса и маринованный лук. Выпекаю я в предварительно разогретой до 200 градусов духовке минут 20-25 до готовности. Огромное спасибо, что подписались и поставили лайк этому видео. Всем пока-пока!